Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Близина. Здравствуйте. В Кирове выставили на продажу усадьбу Ивана Царевича. Сказочный парк в 15 километрах от Кирова продается за 30 миллионов рублей на Авито. В стоимость входит территория со всеми постройками. А если покупать усадьбу как готовый бизнес, то придется заплатить 35 миллионов. Парк занимает территорию почти в 6 гектаров. Там есть спально-бытовой корпус, административный, кафе, деревянное бытовое здание, две скважины. Также различные развлекательные постройки, вроде беседок, домика на дереве, горок. Этим летом деятельность сказочного парка была приостановлена из-за ситуации с возможным отравлением школьников, приезжавших туда на отдых. Несколько семиклассников были госпитализированы. Их родители убеждены, что это было пищевое отравление. Владельцы усадьбы настаивали на том, что дети пострадали из-за употребления наркотических веществ. Роспотребнадзор в ходе проверки обнаружил нарушение санэпидзаконодательства, что привело к закрытию комплекса. Программа «Экономика». Кировчане спустя 3 года дождались сдачи дома на улице Широтной. Еще до конца 18-го должны были получить там квартиры 50 дольщиков. Застройщик ссылался на нехватку денег, и сроки сдачи многократно откладывались. Вмешательство органов прокуратуры способствовало завершению строительства. 3 сентября застройщику компании «Квартал» выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Кировской области. У застройщика есть еще один проблемный дом в Кирове на Современной, 13. Его обещают ввести в эксплуатацию в 2022 году. Экономика на 101 FM. Далее информация от наших партнеров. Налог на профессиональный доход преподносится как выгодный способ легально вести работу. Не тратится время на регистрацию, документацию, и ставки налога невысоки. Но пытаться экономить на другом, используя этот режим, лучше не пробовать, предупреждает руководитель компании «Бухгалтер» и я, Татьяна Максимчук. Чем опасны самозанятые? Есть прямой запрет. Самозанятый не может оказывать услуги действующим или бывшим работодателям, компаниям или ИП, если с даты его увольнения прошло менее 2 лет. Поверьте, у проверяющих достаточно средств и методов налогового контроля. Это и оперативные проверки персонала в офисах, встречные проверки. Призрачная выгода перевести сотрудников в статус самозанятого и сэкономить на страховых взносах может обернуться реальными доначислением страховых взносов, НДФЛ и еще пени и штрафы. К налоговым проверкам подключаются и трудовые инспекции. Так что переводить сотрудников на самозанятость и заключать с ними договоры от имени фирмы знакомого или родственника потенциально опасно. 213-112 – телефон скорой помощи по вопросам налогов, зарплат, отчетов и любым другим, связанным с бухгалтерией. Также «Бухгалтер и я» поможет квалифицированно провести диагностику вашего бизнеса, оценить его риски. 213-112. Экономика. Завершение валютных. Доллар сегодня 73 рубля 19 копеек. Курс евро 86,89. Ольга Близина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.